На календаре 11 октября, а это значит то, что сегодня, завтра и послезавтра пройдет распродажа на AliExpress. Насколько я понимаю, это последняя распродажа в этом месяце перед 11-11, поэтому сегодня неплохой шанс закупиться качественными девайсами. Мы не изменяем наши традиции и сегодня вам расскажем про лучшие бюджетные и не только игровые девайсы, которые можно прикупить на скидочках. Привет, меня зовут Арсений, ты на канале Игроман. Поехали! Если вы хотите краткую выжимку по девайсам и аксессуарам, то специально для вас в описании этого видео мы разместили целый список товаров, о которых идет речь в этом видео, со всеми ценами и ссылками на покупку. Поэтому можете прямо сейчас переходить в описание и смотреть актуальные цены на крутые девайсы. И уточню, что в этом видео я расскажу вам лишь про те девайсы, которые участвуют в распродаже и на данный момент продаются со скидкой. Ну а начнем мы с клавиатур. Первая в моем списке фаворитов распродажи – новая клавиатура от FL eSports 7K87SA. Ее акционный ценник составляет 8500 рублей, но количество самих клавиатур очень сильно ограничено. Поэтому, если есть желание приобрести данный борт, лучше поспешить. Особенно разлетаются клавиатуры в белой расцветке. Это TKL-клавиатура с дизайном Volt 80, ход-свапом, силиконовой шумоизоляцией корпуса и плейта, крутыми кейкапами, идеальными стабами и уникальными кейл-помпами переключателями. В этой клавиатуре идеально все. Другими словами, это лучшая механическая TKL-клавиатура по соотношению цена-качество за 8,5 тысяч рублей. А вот лучшая скидка прямо сейчас действует на 98% клавиатуру от тех же FL eSports. Речь про FL980. Сейчас на распродаже она обойдется вам всего в 7100 рублей. Напомню, что как только клавиатура появилась в продаже на Али, ее ценник колебался около 8-9 тысяч вечно деревянных. Сейчас же проводную версию можно урвать за 7К. Это уникальный форм-фактор, ход-свап, RGB подсветка и шикарные кейкапы. В общем, великолепный борт, особенно за 7К. Ну а если хочется такую же, но беспроводную, то докидываем 2000 сверху и берем FL980 Wireless. Все то же самое, но без проводов. Ну и конечно же 65% клавиатура FL680, она такая же шикарная, как и 7K87SA, только в другом форм-факторе и дешевле. А, ну и в стоке, она беспроводная. Резюмируем. Лучшая клавиатура для покупки на распродаже в бюджете $100 в 98% форм-факторе FL980, 80% форм-фактор или же TKL 7K87SA и компактный 65% вариант FL680. Еще немного опускаем ценовую планку и переходим к относительно бюджетным механическим клавиатурам. Сюда бы я включил и Vamir, Gamakai, и возможно GK61, но скидок на них, к сожалению, в эту распродажу не завезли. Единственная бюджетная клавиатура по акт на данный момент это HexGears GK707. Это TKL Hot Swap Board с отличными Kale Box переключателями. Кейкап этой клавиатуры безусловно требует замены, ну а в остальном одно из лучших бюджетных решений по цене в 3700 рублей. Ссылку, конечно, оставил в описании. По мышкам никаких кардинальных изменений в моем субъективном топе не произошло. За последний месяц мы протестировали порядка 5 бюджетных игровых мышек с AliExpress, и ни одна из них в мое сердечко так глубоко, как, например, та же самая Deluxe M800, не запала. Все еще топ за свои деньги, все еще Deluxe M800. Deluxe M800 – это топовая форма Razer Viper, вес в 58 граммов без сот, паракордовый кабель и шикарная начинка, в числе которой топовый сенсор PMW3389 от Pixart, и стоит это чудо на распродаже 1800 рублей. Ничего лучше этой мышки за данный прайс вы не найдете ни на Али, ни в России. Ну а если вы доверяете только мастодонтам периферии по типу Logitech и Razer, то для вас на Али по акции я рекомендую рассмотреть MX518 от Logov и Desader V2 от Razer. Легендарный мышки с шикарной начинкой и необычной формой за 2100 и 1900 рублей соответственно. Обзоры на оба девайса есть у нас на канале. По акции можно взять и Fantech UX3 с необычной формой а-ля Zowie серии S, весом в 70 граммов и сенсором 3389. Кстати, расцветок доступно аж 3. Черная, белая, розовая. Ценник на распродаже 2500 рублей. Помимо мышек и клавиатур на AliExpress есть ряд других бюджетных и не очень игровых девайсов и аксессуаров, которые очень интересны. Среди них, например, вот эти шестиугольные грипсы, о которых многие спрашивают в комментариях, говорят, что за грипсы, дай ссылочку. Ссылку на эти грипсы я оставил в описании. И также сейчас поговорим про некоторые другие аксессуары, которые стоят вашего внимания.
Грипсы подойдут абсолютно для любой мыши, так как прорезиненный материал довольно гибкий, а размер каждой соты вполне компактный. Отдельно радует, что наклеить грипсы можно на любую часть девайса, не покрывая мышь ими целиком. К слову, расположить их можно хоть на мышке, хоть на клавиатуре, хоть на геймпаде. Открытие года среди микрофонов Fifine K658. Динамический майк, который сейчас с купоном можно урвать за 6500 рублей. RGB подсветка, подключение по Type-C и комплектная тренога. Звуковую карту докупать не нужно. Если мы говорим про звук, то лучшая бюджетная гарнитура до сих пор это Havit H2002D, а лучшие бюджетные накладные наушники Takstar Pro 82. Оба экземпляра лучшие в своем ценовом сегменте. И напоследок кейкап. Да-да, кейкап. А если быть точнее, то композиция, состоящая из двух частей в виде раннего компьютера от Apple. Мы распаковывали кейкап ранее, и если честно, выглядит он очень необычно. Цена 666 рублей по акции и ссылка в описании. Ну а что из этой подборки понравилось лично тебе? Обязательно пиши свое мнение в комментариях, там же в комментариях делись теми девайсами, которые ты прикупил. На скидочках будет очень интересно почитать. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман, покупай правильные и проверенные игровые девайсы. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока!